пятницу в Самарской области будет облачно, практически везде пройдет небольшой дождь, возможно, гроза. Температура днем от 18 на севере до 23 тепла на юге области. Ночью 14-16 выше 0. В Сызрани небо закроют облака, пройдет дождь, гроза. Днем плюс 21 градус, ночью плюс 14, ветер северный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти облачно без осадков, плюс 19 градусов в дневное время, ночью 15 выше 0. Северный ветер 4 метра в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь в течение дня, дневная температура 20 градусов тепла, ночью плюс 14. Ветер северного направления 4 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 62%, температура воды в реке Волга 20 градусов, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.